Он, короче, да, еще хочу сказать то, что он кинул на меня репорт, там, где я играю с читами. То есть в репорте он не сказал то, что меня бустит, но сказал то, что я играю с читами. Сегодня я рекомендую вам подписаться на канал Сагилс Майнкрафт. Если что, это мой друг, и да, хочу чуть-чуть рассказать про его канал. На этом канале пока что всего лишь 2 видеоролика, но также был один стрим, и все они очень, кстати, прикольные. И также этот канал основан не по игре Майнкрафт, а по другим играм, это, кстати, очень прикольно. И, в принципе, ссылка будет, конечно, на него в описании, заходите и подписывайтесь на него. И всем привет, с вами Агера, и сегодня мы вместе со Фреймом поиграем в Skywars на сервере Hypixel. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу очень важную тему, и если что, по названию ролика вы, может быть, что-то уже поняли, но сразу говорю, это не кликбейт, то есть не надо там ставить дизлайки, это совсем не кликбейт, вы все сейчас поймете. Поехали уже к нашим каткам. И наша первая катка уже прямо сейчас, конечно же, начнется, и я недавно проснулся, поэтому не удивляйтесь, у меня чуть странный голос, и да, играю сейчас под другим ником, под другим скином, типа, чтобы не таргетить. Ну, короче, вы все поняли, у меня, кстати, хороший дроп, и давайте поэтому... О, у тебя армор хороший, ты гид взял. Слушай, я надеюсь, ты там допрыгнешь? Да, 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 да. Молодец, ты допрыгнул. Итак, значит, да, давайте сейчас вам рассказываю тему. И да, недавно я выпустил ролик, там типа кликбейтовый, и вы так все начали ставить дизлайки, но, понимаете, типа, да, я соглашусь, это такой мини-кликбейт, но, правда, там не... нельзя сказать то, что это прям чистый кликбейт, потому что все-таки я там сказал то, что я в 5 классе по гитаре, типа, блин... Не знаю, за что здесь ставить дизлайки, но ладно, не важно, в принципе, типа, то уже проехали, больше такого не повторится, то есть, типа, в следующие разы я прям такие жесткие кликбейты, о, спасибо тебе большое, такие большие кликбейты, ой, большие жесткие кликбейты делать не буду, нифига 8 перлов, сколько у тебя перлов? У меня сейчас 5 еще. Ого, нифига, нам повезло, слушай, ну, тогда все, давай, действовать надо, так, летим вот сюда, бьем вот этого чувака. И да, кстати, ссылка на Фрейма будет, конечно же, в описании, подписывайтесь на него там. Да. И в следующей катке он там чуть расскажет про канал, потому что здесь я хочу рассказать чуть-чуть про свой канал. Так, он упал просто. Ой, чувак, нет, живи, пожалуйста, живи. Нет, я живу. А, окей, молодец, красава просто. Итак, все, давайте я вам уже дорасскажу про это, потому что все-таки надо, типа, рассказать все дела. Итак, значит, есть такой чувак, не хочу говорить его никнейм, не хочу его, так сказать, пиарить, но он недавно выпустил ролик там, где я как будто играю с читами. И типа, блин, я такой, ё-моё, что за бред, смотрю ролик, типа, я играю с читами. Потом в итоге зашел на этот видеоролик, посмотрел, ничего такого там в читах не увидел. И вот в следующей катке я вам покажу фрагмент. Хотя нет, давайте я вам прямо сейчас покажу фрагмент, который он вставил, типа я играю с читами. Итак, вот сейчас вы увидели этот фрагмент, то есть, в принципе, здесь ничего такого прям супер странного не было. Я вам в следующей катке объясню вообще, что это за удары. Может, конечно, они для кого-то показались странные, но я вам, конечно же, сейчас все объясню. Поехали к следующей катке. И наша следующая вторая катка уже прямо сейчас начнется, и, конечно же, мы сейчас затащим, я на это очень надеюсь. И все, я залутал один сундук, это нижняя золотая, мне больше, в принципе, ничего не нужно. И что я хотел еще рассказать. Да, мне, честно сказать, очень много чего еще надо рассказать. Да, вы увидели этот фрагмент. И да, вот этот фрагмент он вставил из моего видеоролика. То есть, вы понимаете, он думает, то, что я выпустил видеоролик и выпустил его с читами. Блин, если я играл бы с читами, в чем прикол выкладывать мне ролик там, где я сам полюсь типа с читами? Блин, это очень, честно сказать, тупо. Это просто, я не понимаю вообще его логики, типа, понимаете, это реально очень странно. И я знаю то, что у него после этого видеоролика выйдет тоже видеоролик там, где типа, о, смотрите, Агера записал на меня ролик, и типа, а, ну все ясно, он боится, чтобы его не забанили. Итак, сейчас я вам хочу рассказать чуть-чуть про этого человека. Если вы вдруг его найдете, но я вам не советую его искать. Если вы вдруг его найдете, хочу сказать то, что его банили за читы. И его банили реально за читы. Он играл с читами, на него было очень много видеороликов, реально, там, где он жестко палился. Но потом, когда его забанили за читы, он сказал то, что его забанили за мод, который официально разрешен на Hypixel, с которым играет там половина сервера. Я вообще не понимаю, как так можно жестко врать. И, кстати, Фрейм, давай расскажи чуть про свой канал, потом я дорасскажу уже свою тему.
Так, я, да, в принципе, на своем канале я снимаю такие мини-игры, как Skylars, Bazaars, другие мини-игры. В принципе, у меня довольно-таки хорошее качество видеороликов и довольно-таки хороший микрофон. Думаю, что вы перейдете по ссылочке в описании и хотя бы оцените мой тут канал, потому что я очень стараюсь. Да, вот, все, в принципе, он рассказал, ссылка обязательно будет в описании. И что-то у нас мало в этой катке будет киллов, но ладно, главное то, что здесь я много информации рассказываю. Что? А, нормальные удары такие у чувака. Так, значит, хопа, его я скинул. И... Он сейчас скинет, наверное. Ну ладно, тебя скинули, ну ничего страшного. Блин, что у меня с голосом, понимаешь? Я только проснулся и вот, да. А, ну ладно, я все-таки затащу без тебя. Ничего страшного. Итак, все, да, давай сейчас, конечно же, да расскажу. Итак, на чем я там остановился? Ну, короче, да, его банили за читы, а он сказал то, что его банили за мод, который официально разрешен на Хайпикселе. Типа, ну это вообще реально полный бред, хотя, ну, его банили за читы. Итак, ну, по крайней мере, я общался со многими людьми, которые, типа, ну, мои знакомые, у которых там очень хорошие дивизии, то есть там мастерс, и типа, там, ну, вы их не знаете, поэтому их никнеймы я даже называть не буду, это бессмысленно. И, в принципе, я затащил, и давайте в следующей катке я вам еще расскажу очень много про него и про то, в чем он меня обвиняет. Поехали! И наша следующая, третья катка уже, конечно же, прямо сейчас начнется. И, да, еще вот, получается, он меня жестко обвинял в читах, и он заснял, вот, серьезно, не хочу ошибиться, но примерно он на меня заснял роликов 5 или 6. То есть, вы понимаете, как этот человек просто хочет прохайпиться на мне, то есть, он реально просто хочет словить хайп, он, мне кажется, сам уже даже не верит в то, что я играю с читами, но просто хочет словить хайп. Еще раз повторюсь, я уверен, что после этого видеоролика он заснимет на меня еще ролик, там, где скажет, типа, о, смотрите, Агера мне ответил, типа, нет, чувак, я тебе это не советую делать, потому что я сейчас вам расскажу, конечно же, еще все остальное про него. Так, короче, еще он меня обвинял жестко в бусте, то есть, сейчас объясню, что такое буст. Буст — это когда берут и мой аккаунт берут, я им плачу деньги, и они как бы играют на моем аккаунте и зарабатывают какую-то дивизию, какую я попрошу. Ну, типа, в моем случае, к примеру, Diamond дивизию. Но, понимаете, я никогда никому в своей жизни не доверю свой аккаунт. Вот, вы понимаете, на моем аккаунте 135 левел, как бы он популярный, я никому его никогда не доверю, потому что вдруг этот бустер просто заберет его, понимаете? У него будет как бы контроль над моим аккаунтом, он его на изи сможет забрать. Это, ну, это совсем не прикольно, честно сказать. И давай так, помогай. Все, отлично, я там походу килл забрал, ну ладно, сорян. Так, он еще сзади. Ага, все, я его убил. Хорошо. О, молодец, прокомбил его жестко. Он меня убил с одного удара. Ну, ничего страшного. Так, окей, все равно я попытаюсь затащить, зато у меня, в принципе, есть очень хороший дроп, только алмазный грудник. О, спасибо. И все, спасибо. Отлично. Все, у меня есть хороший дроп. Итак, да, сейчас вам все дорасскажу. В принципе, кстати, я забыл сказать то, что у Фрейма тоже выйдет видеоролик со мной. То есть, да, вот. Посмотрите, там Бадварс будет, скорее всего. И что я рассказывал? Да, он сказал то, что меня бустят. И знаете, какие он пруфы привел? Он все время просто орал то, что вот смотрите, вот я сейчас джиттер кликаю, да, и у меня мышка не дрожит. Потому что я ни с кем не пупешусь, но она так чуть-чуть у меня дергается. А если я начинаю с кем-то пупешиться, у меня мышка иногда начинает вот так вот дрожать. То есть, в принципе, она иногда меня реально дрожит, то есть я сейчас буду пупешиться. Я хочу сам посмотреть, дрожит она или нет, но сейчас люди эти пойдут ко мне. Вот, все, он пошел ко мне. То есть, чуть-чуть, в принципе, у меня дрожит. И он такой смотрит видеоролик, говорит такой, во, люди, смотрите, вот он обычно... Ой. Мало хп. Сейчас, тут, пацаны. Что-то я тут это... Ага, убил. Окей, звука. Так, короче, да, он такой, типа, смотрит мой обычную катку, там, где я просто играю, там, в тим или еще где-то, и такой говорит, о, смотрите, он же дракликает, у него мышка не дрожит. Типа, да, она у меня иногда не дрожит, иногда дрожит, но, понимаете, в ранке, когда я играл, я на высоком рейтинге, я реально жестко переживал, из-за этого у меня как бы дрожала мышка, ну, типа, я могу это так объяснить. Ну, это реально, типа, чуть странно, но, в принципе, это очень тупой пруф, то, что меня, как бы, этот, как его, бустит, и, в принципе... Типа, понимаете, даже если на меня посмотрят, вот это... Он, короче, да, еще хочу сказать то, что он кинул на меня репорт, там, где я играю с читами. То есть в репорте он не сказал то, что меня бустит, но сказал то, что я играю с читами. И я вам показывал уже видеоролик, и, да, вставил он вот этот видеоролик. И да, кстати, я не рассказал, что это вообще за ситуация, почему такие были удары. Да, сейчас я вам все, конечно, объясню. Это были просто лаги Хайпикселя, то есть это был пинг. Пинг — это вот, видите, вот у меня есть пинг сверху, вот это называется пинг. И он у меня очень высокий, вон, видите, даже фрейм пишет плюс. Он у меня очень высокий, и, в принципе, из-за того, что он вот такой высокий, я иногда вот такие удары проношу. То есть у меня были такие удары реально очень часто, вот серьезно, типа, мне это как бы даже незачем скрывать, потому что что здесь скрывать, здесь нету ничего такого очень странного, это просто обычный плохой пинг, и все. То есть, если, к примеру, у человека, не знаю, там, 30 пинга, то, блин,
Ну, типа, ладно, я в этом не шарю, но, по крайней мере, у меня пинг сколько там, 100 с чем-то, и поэтому вот такие странные удары. Ну все, это объяснил. А потом во втором случае, то есть в первом случае я просто его ударил на большом расстоянии, а во втором случае у меня был КБ-меч, то есть из-за КБ-меча вот такие были проблемы, то, что он вот так вот пронесся удар, не скоро, в принципе. Типа, я могу это так объяснить. Я спрашивал у многих, еще раз же повторюсь, людей, которые со мной знакомы, у которых там есть такие мастерс дивизии, и типа я у них это все спрашивал, расспрашивал, они типа говорили, ты-то сам знаешь то, что ты без читов играешь? Я типа говорил, конечно, знаю, типа, зачем мне играть с читами, и типа они меня хорошо знают, я их хорошо знаю. И мы вот с ними так много общались. И потом в итоге они, типа, всегда говорили то, что не забанят тебя, ты понимаешь, то, что главное, чтобы ты играл без читов, а вот это, типа, за это нельзя дать бан, потому что здесь ничего такого супер странного нету. И, в принципе, они меня реально этим успокоили. И еще раз, я не понимаю, почему у меня такой вот странный голос. И давайте я вам сейчас расскажу уже все остальное тоже в следующей катке. Но, наверное, следующую катку мы сыграем не в Team Skywars, а сыграем в... дуэли 2 на 2. Поехали. И да, играю сейчас 2 на 2 дуэли. Надеюсь, конечно же, у нас здесь получится затащить, потому что здесь, в принципе, всегда легко. Но мы играем против двух МВП людей. Не знаю, МВП плюс или просто МВП. Но, по крайней мере, мне кажется, они реально чуть-чуть жесткие. Но ладно, ничего страшного, мы всех затащим. И да, забыл еще сказать то, что этот чувак... ну, про то, что он хайпится, я уже это говорил. Но, блин, что-то тебя убили. Ну да, это какие-то жесткие люди, просто залезу сюда и буду крысить. Ну, короче, я забыл, что я хотел сказать. Да, он недавно еще выпустил ролик, там, где, вот, получается, он просто выпустил репорт на меня, он его просто выпустил, и там он в ролике сказал то, что, типа, вот, смотрите, я выложил репорт на Агиру, и, получается, мне ответил модератор, и его забанят. Я такой, что за бред? И я такой думаю, ё-моё, ответил модератор, значит, реально меня забанят, я просто в этом не сильно шарю. И, короче, я... Это, Настя раскатала, ага, спасибо. И, короче, я написал вот это же моим знакомым, которые, типа, в этом шарят. И они такие говорят, типа, Агера, ты понимаешь то, что модераторы на Хайпикселе на все репорты отвечают спасибо за репорт? То есть он ему просто ответил спасибо за репорт, и так отвечают на все репорты, то есть это вообще ничего не значит. Потом он кинул репорт на какой-то Дискорд, я не знаю вообще, тоже в этом не шарю, но какой-то Дискорд Альянс или что-то такое, я не знаю, честно. Но он туда кинул репорт, и ему там ответили, типа, репорт принят. И он заснял ролик, назвал его, типа, Агеру забанят. В ролике он орал, типа, о, все, точно Агеру забанят. И знаете, там все комментарии, то, что, ну, отлично, не увижу я его наград за Diamond Division, типа, его точно забанят, молодец, то, что такое сделал. Но, понимаешь, в принципе, обломись, и меня не забанят. Ты увидишь скоро ролик с нотками, типа, ну, а если меня забанят, то, в принципе, я просто напишу апелляцию, и мне в этом помогут, и, в принципе, все будет просто очень хорошо. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, и всем пока-пока!